Балави осмырлер арасында ВАКО версиясында кикбоксинг спортшесті бойынша Украина чемпионаты олып кечті. Ярышлар 4 бөлікке айрылды. Семиконтакт, фулконтакт, лоу, кик, ве тайбоксы. Чемпионатта 500 спортшес штрак етті. Украинаның ең күшлі яшлары Браварыде топланды. 14 яшында Кераман 59 чеке категориясында күрешті. О фулконтакта бірінші ерні қазанды. Турнир был хороший. Я выступал в разделе Full Contact, взял первое место. Выступал я в категории 59 килограмм, в моей категории было 5 человек, провел 3 боя. Максимде еді тұтушуф олды. Яш егіт Light Contact ве Full Contact-та рақиплерден үстін чықты. Бірінші ве үшінші ерні қазанды. Я выступал в трех разделах кикбоксинга. Это Semi, Light и Full Contact. Достаточно крупные были соревнования. И соперники были нелегкими. Но я делал то, что говорил мне тренер, то, что я тренировал. И я думаю, мы выступили достойно, я и моя команда. Қызларының спарринглері айрыдыққат қана әйл олды. Теквандо спортшесінен межгүл олған қызлар аз, ама екі Кристина үшкере пьедесталының бірінші басамағына көтерілділер. Проходил чемпионат Украины в городе Киеве по кикбоксингу. Я выступала в весовой категории 50 килограмм. По юниоркам 16-17-18 лет заняла первое место. Лайт заняла первое место, Сэмми заняла второе место. Выступала в 55 килограмм. Тренером из Безлерна чықшымызнен мемнун қалды, дей Игорь. Я занял первое место по Сэмми, а Влад проиграл. Но по Сэмми у меня было 9 соперников, я провел 4 боя. Ну, у нас, в общем, вся команда выступила достойно. Ну, с обоим, как сказать, не огорчился. Нормально все было, хорошо. Біз эпіміз ғалебе қазанмақ үшін чоқ чалыштық, айта Кемал. Были достойные соперники, провел 4 боя. Был высокий очень уровень соревнования, было много участников, соперников. Были очень хорошие бои. Крым Джумхурет Теквандо ве Кикбоксинг Федерациясының яш спортшылары 2 алтын, 2 күміш ве 2 тунч медалінен Крымға қайттылар.